Год и три месяца семья Прониных переживает страшную беду. Именно столько маленькому Артему ребенок родился с редчайшим генетическим заболеванием – болезнью Конована. Постоянные плачи, беспокойство ребенка в месяц от роду родители сначала приняли за колики. Это уже дальше – больницы, КТ, МРТ, УЗИ и анализ на генетику, подтвердивший страшный диагноз. Болезнь Конована – нейродегенеративное заболевание, поражающее мозг малыша. Продолжительность жизни у такого ребенка не составляет 10 лет. Со временем ребенок теряет способность глотать самостоятельно, дышать. Дети не могут сидеть, ходить, разговаривать. Ребенок со временем слепнет. Мама круглые сутки рядом с Артемом. Под рукой кислородный аппарат. В любой момент у мальчика может остановиться дыхание. Попытки спасти жизнь ребенка на родине успехом не увенчались. Шансы Артему дали только в Соединенных Штатах. Эта терапия включает в себя нейрохирургическую операцию. Происходит перенос исправленного гена непосредственно в области мозга, пораженные заболеванием. Это лечение позволит уменьшить проявление симптомов болезни, что даст Артему шанс на нормальную жизнь. Но заболевание настолько редкое, что средства на независимые клинические испытания родители больных детей вынуждены собирать сами. Цена жизни Артема – это чемодан зеленых купюр. Это 900 тысяч долларов. Это огромная колоссальная сумма, которая нам нужна для того, чтобы спасти ребенку жизнь. Чем раньше провести терапию, тем эффективнее она будет. Если маленький малыш из Подольска сможет выздороветь, он будет первым ребенком в России, кому удалось побороть эту страшную болезнь. Мы с вами в силах помочь семье и подарите Артему Пронину шанс на жизнь.